Итак, всем привет! Сегодня у нас 18 июня 2021 года. Ну вот, такие вот арбузики, вот такое развитие пошло на сегодняшний день. Не знаю, сколько штук, но можно сосчитать, то есть, по видео. Вот такие арбузики уже, плети, то есть, поползли. Вот, то есть, здесь воду нагреваю теплую, там ванны две у меня, там стоят тоже, и поливаю, то есть, вода нагревается за день. И вечером поливаю. Ну сейчас обещаю, то есть жару, идет жара. Там плюс 35, плюс 33, 34, ночи 20, 21, 19. Вот сейчас они стартанут, конечно, здорово будет. Ну вот уже, видите, во какая плеть. Раза два-три рыхлил. Ну три раза, наверное, точно рыхлил. Вот. Плеть вот раскладываю, куда это желательней бы ползти. Это вот погиб здесь. Кабачок вот посадил. О, пеночка тиньковка поет, птичка. Вот это сюда можно повернуть, вот так вот. Или вот сюда, вот так, а это сюда пускай идет. Вот так вот. Вот. Где поменьше, где побольше. Да, вот дыни, то есть. Дыни вот цветет. Нет, это огурец. Дыня вот, лист у нее покруглее. Это вот огурец. Огурец вот, огурцы цветут. Дыня вот, цвет, то есть. Ну, сейчас день разгуляется, сейчас утро. Вот дыня, вот дыня, вот дыня. Вот, то есть прищипку сделал, макушку. Здесь вот досадил, что оставалось. Это огурец, огурец, огурец. Ну, огурцы уже ел свои, то есть в теплице. Скоро и в открытом грунте будут. Дыня, дыня, дыня. То есть это вот первый, то есть полоса, первый ряд. Сейчас пойдем вторую. Вот уже огурчики какие. Вот. Вот вторая полоса. Во, какой арбуз мощный, да? Красота прям. Отлично. Все, пошли. Этот сюда. Вот, кстати, мужской цветок. То есть вот зацветет. Вчера уже цвел. Сейчас вот солнышко. День разойдется тоже вот. Раскроется. Сначала мужские идут, потом женские. То есть сутки. Вот уже какая змея. Вот какая плеть уже. Красота, да? Ну, было сейчас бы, конечно, 1 июня. Вот тогда было бы отлично. А чего же считай? Июнь уже кончается. Уже все. Вот полю, то есть периодически вот в этих окнах. Что-то вырезал. Постоянно, то есть выпалываю траву. Вот огурчик. Огурчик. Мощный такой, хороший. Это вот дохлый растет, не знаю, выживет, не выживет, наблюдаю. Ну ничего, если что, засажу там кабачком, патиссоном. Вот какая змея. Вот какой. Подкармливал раза два, то есть травяным настоем. Но это без химии, считай. Если сюда химию добавить, там, селитру какую-нибудь, они бы намного уже мощнее были бы. То есть развитие быстрее шло. Но нам нужно качество. Качество нужно, ребят. Селитр-то, понятно, можно накачать. А толку-то выращивать тогда, да? Смысл? Ничего, увидим, как что будет. Пока жара идет, конечно. Это вот привитые пошли. Кстати, привитые что-то это, да,
не больно-то и вперед идут. Пока не привьешь, пока переболеют. Но они сейчас обгонят, конечно. Сейчас они старт дадут. Видно, видно, мощнее развитие пошло. Огурцы, дыни здесь, кабачки вот. Вот уже кабачочки. Вот уже налив пошел. Вот уже такие кабачки. Ну, лягушонок. Вот огурчик цветет. Это лагинарий, вот три штуки. Хоть бы вызрело семена взять на подвой. Ну вот, третий ряд. Здесь вот перец сладкий, то есть. Баклажаны, томаты там. Это вот спанбон под черный я сажал. В принципе, что растет, все прет. Это, то есть, видите, попозднее. Здесь поменьше они. Третий ряд вот. Вот дыни, 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 дыня, дыня, дыня. Арбуз, арбуз пошел, то есть. У меня еще там четвертая полоса. Не знаю, как урожай будет, чего. Увидим, посмотрим. Ну, по-любому, что-то будет. Надеюсь. Неужели арбузов я поем хоть раз в жизни нормально, вдоволь? Вот это вообще вот мощный. Плеть какая толстая, прям мощная. Ну, рассада была хорошая, то есть крепкая, не вытянутая была. То есть мощную сажал. То есть вот, вот такая бахча вот. Дыни вот какие мощные, то есть. О, хорошая дыня прям. То есть раз, два, три. Три полосы здесь. А здесь томаты, баклажаны, перец сладкий идет и острый перец. А там вот четвертая полоса, то есть здесь вот тоже досадил, где пленки не хватило. Здесь вот дыню посадил, здесь. Вот арбуз тоже, вот дынька. Лагинарий тоже вот две воткнул. Здесь вот тоже арбузы, вот вообще мелкие. Не знаю, толк будет, не будет с них. Но высадил, естественно, не стал выбрасывать. Ладно, посмотрим. Здесь вот погибли, которые снимал, больные были вот такие. Ну, здесь кабачки засажу, эти патиссоны. Замочил семена, следующей партии будет. Вот здесь последняя партия. Вот больной тоже, вот. Толку с него не будет, вот болезнь, фузариоз, чего ли, фузариоз. Вот все тут. Не пойдет. Да хватит. Там нормальный подальше-то. Там есть выбор. Сегодня опять жара будет. А завтра еще жарче будет. Вот нормальный, крепкий. Вот рыхлил. Один раз надо вот полил. Опять надо рыхлить. Я прям гвоздиком рыхлю большим. Двухсоткой. Удобно очень. Либо крючком каким-нибудь можно. Вот это последняя партия, то есть арбузов, то есть высаживал рассадой. Где-то в конце мая уже, да, в конце мая высаживал. О, трава прет, конечно, трава задолбала. Ну ничего так, успеет, не успеет, увидим. Да, было бы 2 июля, месяца не хватает всего лишь, месяца не хватает, ребят. Но тоже больной. Ну, нормальный. Вот, кабачочек, огурчик, вот дыни пошли, вот дыни, дыни, дыни. Это вся дыня. Ну, вот-вот, такой вот обзор. Обзор бахчи. Дальше что? Пройдет неделька, там две, еще раз сниму. Увидим, посмотрим, что как будет. Ну вот какой красавец, да? У кабачка цветок. Во, какой цветок красивый. Красота. Ну ладно, что. Всем до скорых встреч. Как говорится, до свидания, пока. Пишите, задавайте вопросы. Снимайте ваши видео, показывайте, как у вас развитие идет всего.
будет тоже очень интересно. А то есть пройдет как его там неделя вот эта теплая, полторы недели еще отсниму. Сейчас главное что, рыхлить, поливать теплой водой прям. И они попрут, стартанут. И ночь, естественно, будет теплее, теплее, теплее. Ну вот такой огород, общий обзор. Сейчас вот тоже буду заниматься табаком, рыхлить, все делать. По второму разу уже начал плоскорезом. Дело хватает. Ну ладно, ребят, давайте, всем пока.